Друзья, перед началом видео хочу порекомендовать вам канал под названием Play Game. Здесь выкладываются летсплеи по играм разных жанров. На данный момент проходит одна из вышедших недавно игр Far Cry 5. Канал молодой и видно, что люди стараются. Так что давайте поддержим подпиской и поставим колокольчик. Ссылка будет в описании. Ну что ж, всех приветствую, любителей пощекотать нервишки. С вами Валерий, и мы продолжаем проходить хардкорно, Resident Evil ремейк первой части. Вот. Мы добрались до дома охраны. И как мы помним, нас тут... Если по классической части судить, по классической серии, версии даже, не серии, а версии, то здесь нас ждет встреча с большим каким-то там мутировавшим растением. Это 42 или B42, как это так называется. Это, да, я помню, тоже надо двигать ящик, дырочку закрыть. Давайте сделаем это. Ну, кто не знает, здесь в классической версии из этих щелей, из этих дырок вылазит щупальце растения, про которое вот я вначале говорил, и начинает душить. Вот. Не знаю, как здесь это, но на всякий случай задвинули ящиком. Живучая падла. Три патронов паука. Ни хрена себе тарантул. Смотрите, еще и брызгается чем-то. Я думаю, это кислота, наверное. Почему-то я так думаю. Почему пол тогда не проело? Ладно, не суть. Смотрите, у него жопа, в жопе дырка просто. Хотя... У всех в жопе дырка, но здесь огромная дырка. Плакат обнаженной девушки. Так, красная керосиновая лампа. Она не горит. Намек понят. Странный силуэт проявился в красном цвете. Есть ли в этом какой-то смысл? Да, смотрите, там глаз какой-то. Ладно, пока я не пойму, что это значит. Стойка полна винных бутылок. Они все дешевые. Конечно. Охрана, дорогой, не пьет. Так. Не будем съедать пока. Пока оставим. Там еще один цветочек есть. Сетка украшена тарелками. Отличный вообще декор. Они бы еще одноразовые тарелки использованные. Одноразовые тарелки бы еще приклеили на стенку. Так, можно скомбинировать. Ну, он еще паук ползает. Паучера. Упал.
пока. О, он сейчас рыгнет. Смотрите, он меня боится. Да блин, сколько в тебя? Отлично. Еще патроны. Блин, он так дергается, прям. Пугает. Так, зеленая керосиновая лампа, она не горит. Подожгли. Смотрите, символ, кстати, отличается, да? Там глаз был с черточкой такой. А тут просто пустой круг. Интересно. Интересно. Так, возьмете красная книга. Изучить красную книгу. Это книга с красной обложкой. И что? Книга с красной обложкой. В ней ничего не напечатано. Может, использовалась как-то еще? Прикольно. Книга, в которой ничего не напечатано. Так, аптечка. По-любому эта книга как... Вон, смесь трав синие и зеленые. Это на случай, наверное, если нас паук бы укусил. Книга, наверное, использовалась как этот, как ключ какой-то. Давайте, мы еще сюда не поднимались. Реклама соревнования по армрестлингу. Победитель будет назван шефом на день полицейского департамента Ракун Сити. Как раз в этот день и произойдет несчастье в Ракун Сити. Раз это, по-моему, в этот день вторая часть будет, действие игры второй части будет происходить. Оранжевая керосиновая лампа. Так, оранжевая еще. Странный силуэт. Смотрите, здесь тоже глаз другой совсем. Здесь с черной точкой такой. Бильярдный стол. Несколько бильярдных шаров. 2, 3, 4, 5, 6. Нет ничего необычного в их расположении, хотя... Да, в классическом там была какая-то такая загадочка с бильярдными шарами. Но вот эти штуки мы не зажигали. Не было такого. Ладно, давайте пока оставим. Вернемся еще сюда. Обмозгуем это дело. Может, там дальше какая-нибудь подсказка будет. Так, надо выложить все. Такую траву, такую траву. Это выложим. Двигаемся дальше. Так. Не знаю, брать, не брать этот флягу с керосином. И давайте на всякий случай возьмем. Может, пригодится. Mm-mm.
канистра с керосином стоит здесь. Можно потратить, в принципе. Ножик бы еще с собой потаскать, но, блин, места в инвентаре вообще маловато. Так, ладно. Опа, а там, смотрите, дырка еще одна. Как мне пройти? А, типа так. Типа сбираться. Нормуль. Нормуль придумали. Вот такая вот лачуга охраны. Охраны особняка. Охраны лаборатории, да, наверное. Тут разбросаны газеты. Похоже, они все содержат статьи о Старс. Кто-то слишком увлекается подразделением Старс. Там что-то блестит, я вижу. Закрыто. На табличке надпись «Галерея». Ноль ноль два. Наверное, ванная, скорее всего. Тут шерохается. Так, вы это слышали? Как будто кто-то пришел, да? Ключ дома взяли. 001. Вода капает в раковину. Возможно, вентиль сломан. Ну и все, да. Возникает из унитаза. Из туалета. Сантехник нужен. Срочно. Воу, а вот и сантехник пришел, походу. Жесть. Не. Никогда больше не буду вызывать сантехников. Так, что у нас дальше? Ну, документики. Можно почитать. Доклад о растении 42. Вот, как раз это, этот, про это растение, про которое я говорил в начале. 4 дня прошло с момента аварии. Растение в точке 42 растет с удивительной скоростью. Хотя есть много неизвестных аспектов по поводу этого растения. Мы знаем, что по сравнению с другими, Т-вирус подействовал на данное растение особенно сильно. Т-вирус резко изменил анатомию хозяина, а также его размер. Глядя на него, сейчас трудно представить себе его первоначальный внешний вид. Нигде на Земле вы не найдете ничего подобного. Мы также обнаружили, что растение 42 имеет два основных источника для получения необходимых питательных веществ. Одним из источников является его корень. Каким-то образом он пророс вниз до самого подвала. Сразу же после аварии один ученый сошел с ума и уничтожил аквакольцо. С тех пор подвал превратился в бассейн. Существует высокая вероятность того, что одно из химических веществ в воде способствует быстрому росту растения 42. Тем не менее, нам еще предстоит определить специфический химикат. Лампоподобное тело растения 42 было замечено свисающим с потолка первого этажа. Мы уверены, что оно использовало воздуховод, чтобы достичь первого этажа. Многочисленные продолговатые щупальца, как виноградные лозы, выступают от тела. Мы считаем, что луковица и есть второй способ получения им
питательных веществ. Когда растение 42 чувствует добычу, оно использует луковицы и хватает жертву. После этого присоски на тыльной стороне луковиц высасывают из добычи кровь. Мы также заметили, что у него есть интеллект. Когда она захватывает жертву или когда спит, луковица обвивает дверь, чтобы остановить возможных нарушителей. К сожалению, некоторые наши ученые уже пострадали от этого растения 42. Когда мы услышали истории тех, кто остался в живых, у всех прослеживалась одна общая черта. Когда похожие на лепестки клапаны на луковице одновременно открываются, можно увидеть внутреннее строение растения. Тогда оно становится более агрессивным. Один из свидетелей сообщил, что, видимо, оно защищает себя. Почему оно ведет себя так, до сих пор неизвестно. 21 мая 1998 год. Генри Сартон. Ну да, вот такая вот поучительная такая статья об этом растении. Старые газетные и журналы лежат на постели. Похоже, что некоторые газеты испачканы кровавой рвотой. Фу! Кровавая рвота, бле! Иначе ничего особенного. Иначе. Так, если можно толкать. Окей. Так. Здесь лестница. Спуститься? Да. Так, у нас, кстати, есть еще ключ. 001 комнат. Можно, в принципе... Это вообще непонятно, куда идет. Давайте... Возьмем, говорю. Откроем. Откроем. Дверь 001, посмотрим, что там. Потом уже будем возвращаться сюда. Так, вот здесь еще у нас что-то блестело. Карта локации. Это карта локации. Тут в стене дыра. И вы видите гигантский улей. Во-во-во-во, пчелки. И валим отсюда. Валим. Надо ж такой. Не ужалили. Интересно, а что будет, если нас ужалит? Просто отравлен, наверное, будет. И сразу сдохнет. Так. Выбросить ключ. Воу. Там кто-то. Кто-то там двигается, что ли? Давайте сначала в ванну зайдем. Пока не началось. Здесь трупец. Давайте зажгем. Отлично. Хорошо, что я взял с собой флягу. Ванна полна грязной воды. Вытащить. Есть ключ комнаты управления какой-то. Здесь ничего необычного. Ключ до доступа в комнату управления. Окей. Нормально. Туалетная бумага, она выцвела.
Хорошо отполированное зеркало, прикольно. Ладно, уходим отсюда. А, это повешенный, смотрите. Пипец. Зомби не смог так больше жить. Взял, повесился. Постелью, похоже, пользовались. О, пистолеты, патроны. Отлично. Могу пистолет теперь взять в руки. Нет. Старый книжный шкаф. Книги в основном связаны с литературой и философией. Тут что-то еще блестит. Пистолет для самообороны. И записка самоубийц. 22 июня 98 год. Я должен был сделать это. Мы бежали от этих тварей, помогая друг другу выжить. Но у Роберта начали проявляться симптомы. Я должен был сделать это. Эти проклятые твари – настоящее воплощение зла. Другого пути нет. Он бы сделал то же самое, будь я на его месте. После того, как я избавил Роберта от несчастья, я просто оставил его в ванной. Теперь, похоже, я последний. Роберта вот мы только что подожгли в ванной. Как это могло произойти? Никогда не прощу себя за то, что я часть этого проекта. В конце концов, я получу, что заслужил. Нет никакого способа покинуть этот дурдом. Это всего лишь вопрос времени. Все готово. Все, что мне нужно. Это немного смелости, чтобы закончить это. Я сожалею, что оставлю многие вещи незавершенными. Но это лучше, чем ждать, пока я превращусь в одного из них. Пожалуйста, поймите меня и позвольте мне закончить мою жизнь человеком. Тут сообщение с обратной стороны. Линда, пожалуйста, прости меня. И на этой ноте он повесился. Печально, грустно это все, но он захотел умереть человеком. Смотрите, у него нога, что ли, погрызана уже. Так. Ну, в этой комнате все получается. Можно спускаться. Давайте выложим то, что нам не нужно. Восполнить флягу. Берем вот это. Так. Не знаю, вот это, наверное, оставим. Раз. Флягу, наверное, уберем тоже. Нафиг она. Нафиг она нам нужна. Ставим. Ключ, раз мы подобрали, значит, он где-то сейчас здесь нужен будет. И книгу, кстати. Вот это же что такое белое? Это какие-то личинки, что ли, или что это? Опарыш? Вот это белое на полу. Так, здесь пчелы. Ай-яй-яй, пчелы. Эта дверь закрыта. Сюда нам, да. Я и забыл про пчел тоже. Давайте спустимся, посмотрим, что там. Музычка такая прикольная.
Снова ящик. Снова ящик, снова дверь. Еще один там ящик. Закрыто с другой стороны. А, я помню это место. Да. Надо, короче, сбросить все ящики туда. В воду. Сделать себе типа мостик. Блин, как прикольно вот этот саундтрек такой, атмосферный в игре. Вообще прикольно. Мне нравится. Так, да блин. Так. До стенки надо или нет? Или хватит? Нет. Надо было до стенки. Вот так. Все, отличненько. Сделали себе дорогу. Дорога, дорога. Так, аптечка. Внимание у нас. Не знаю, что оставить, не оставить. Или взять. Так. Там вода, что ли, там затоплена. А! Написано же про какое-то кольцо там. Этот, типа. Один ученый сошел с ума и. Кольцо какое-то. Сломал. Аквакольцо. Теперь тут бассейн. Воу-воу-воу-воу! Нифига себе! Акулы! Мать их! Нафиг мы использовали ключ в роли... А, вот она! Ключ больше не нужен! Жесть! Жесть, жесть, жесть. Столько акул там. Тут лампа, сообщающая о состоянии тревоги. Так, окей. Вниз надо. Вон там акула плавает. Она большая-то, блин, и страшная. Внимание, в случае падения давления масла в системе откройте клапан номер один. Угу. Это карта локации, резервуар. Вот. Круглый такой. Кругами такая там плавает. Так, заслонка. Заслонка. И... Ничего не делают. Пульт управления основной системой. Все работает в штатном режиме. Прикольно.
На экране отображается сообщение об ошибке. Похоже, что-то пошло не так во время откачки воды. Здесь выключатель для откачки воды. Не, пока не будем нажимать. Здесь еще у нас есть место. Течку. Смесь трех трав зеленых. Регулятор давления масла. Сейчас нет необходимости что-то с ним делать. Понятно. Дверь намертво закрыта под давлением воды. Понятно. Короче, надо воду откачать. Кризис, тревога, тревога. Обнаружен неизвестный источник давления. Закрываю все двери для обеспечения максимальной безопасности. Нормально. Ошибка, не удается возобновить откачку воды. Заслонка заблокирована. Система защиты включена. Механизм заслонки был отключен. В смысле, заслонку надо что-то сделать? Рычаг управления. 30% критическое. Давление масла упало. Управление заслонкой отключено. Восстановите давление, затем отключите систему защиты. Пипец. Так, давление здесь, да? Клапан 1, сказано было. Повернуть. Да ё-моё. Reaching 50% of pressure threshold. 50%. Activate emergency drainage system immediately. Давай речи. Так. На этот раз получится или нет? Все закрыли. Отлично. А вода-то откачалась или нет? А, вон, откачку воды. Вода полностью откачана. А, ну все. Пипец этим акулам, короче. Так. Давайте сюда. Спустимся. Какие-то ворота. Здесь какие-то двери. Гидрокостюмы и сети. Ничего из этого мне не пригодится. Тебе может не пригодиться, мне зато пригодится. Я пойду. Материалы подписаны динамит. Он промок и бесполезен. Может, я когда-нибудь пойду на подводную охоту. Гидрокостюм, понятно. Кстати, смотрите, патрончиков для ружья понабирали. Малёха. Все, здесь больше нет ничего. Двери завалены. Там еще, кстати, какая-то решетка была. Как я люблю сушу, блин. Монитор. Похоже, что он... Чего? Похоже, что он использовался для сбора данных об акулах. Выводят срани всякой, блин. Воу-воу-воу-воу. Тихо ты. Попрыгай мне еще тут, блин.
тварь. А интересно, ее по... А, я не взял. Ее-то поджечь можно было или нет? Жареной рыбки. О, офигеть, у нее харя-то. Вообще жесть. Еще одна. Различная аппаратура. У вас нет идей, для чего она использовалась. Вот рядом с ней. Смотрите, какая она огромная. Жесть, та маленькая, а это вот это вот этот пипец просто. Мегалодон такой. Ну вообще, красавчик. О, в смысле? Я хотел это нажать, взял, сбросил. Генератор системы контроля расхода воды. Пустить рычаг. А, ничего себе. Надо было так сделать. Я хотел это спуститься. Так. Меня-то током теперь не перебьет там. Точно она сдохла. Вареную рыбу никто не хочет. Кто-нибудь ел когда-нибудь вареную акулу? Ключ дома взял еще. Галерея написана, да, там была? Да. Галерея. Он меня не выпускает от Седова. Окей. Пойдем посмотрим, что там за решетка. И мы еще не полностью этот сверху кольцо посмотрели-то. О, патроны для магнума. Ништяк. А кстати, мы можем съесть одну. И взять патроны для магнума. Материалы были наставлены друг на друга прибывающей водой. Прикольно. Еще патрончики для ружья и для пистолета. И было вообще шикардос. Материалы беспорядочно наставлены. Это место выглядит как обычная свалка. Так, открыли дверь. А, это, наверное, дверь. Да. Которая вот с другой стороны-то была закрыта. А здесь нам теперь не пройти. Воду-то откачали. Понятно. Давайте вернемся к кольцу. Посмотрим, что у нас там. Что мы еще пропустили? Так. Суды. Идем суды. И наверх.
заслоночки закрыты. Кстати, заслонки можно было уже сейчас и открыть, в принципе. Воды все равно нет. Там еще живая. Пускай она тут дрыгается. Патроны я не буду на нее тратить. Тут я смотрю, вот еще какие-то двери. Воу! А это что за тварь? Шкафчик полностью промок. Внутри нет ничего особенного. А, это вот оно, растение. Капец. Помните, да, там говорилось? Так, нам здесь ничего не сделать. Говорилось в этой в записке то, что у нее... до подвала, короче, корни проросли. И вода чем-то их подпитывала. Так что я думаю, мы правильно сделали, что воду откачали, да? Теперь корни подпитываться ничем не будут. Так, все. Ой, ай, ай, здесь акула. Полудохлая. Ну все, в принципе. Нужно двигаться обратно. А, там нам не пройти. Теперь нужно в галерею. Галерею. Посмотреть, что там в галерее. Но сначала надо, наверное, я думаю... Думаю, сохраниться надо. Много всего уже сделали. Потому что если нас убьют... По новой делать это будет жестоко все. Так, ну в принципе нам сюда больше возвращаться не надо, я так предполагаю. Хотя... Хотя, может, и придется с растением что-нибудь делать. Я не помню, как. Либо с корнями надо будет делать что-то с этим растением. Ну, я имею в виду, если сравнивать с классической частью. Либо. Так, больше ключ не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй. Либо так сражаться придется с этим. О, пчелы здесь эти. 003, кстати. Блин. Кодовый замок. Патрончики. Не, я думаю, короче, надо это... Идти сохраняться. Забрали патроны.
Так. Через верх проходим. Вот сейчас повыкладываем то, что нам не нужно. А это именно пока нам не нужно. Где там? А у нас еще патронов больше для этого, для магнума больше нет. 6 и 6, да? Я думал больше. Почему-то. Ну, старый ключик еще. Так, ну можно сохраняться. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать видео. Вот. Полазали довольно так прилично. В этом доме охраны прилично сделали делов. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Кому не нравится, ставим дизлайки. Вот. Оставляем комментарии, мнение свое. Подсказочки можете оставлять, только без спойлеров. Вот. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.